Всем привет, друзья! Сегодня готовим вкусный, яркий овощной салат на зиму. Подготовим овощи, чистим, моем, нарезаем кружочками. Репчатый лук, затем помидоры. У меня вот такие вот сегодня желтые. Кабачки и баклажаны. Чистим чеснок и нарезаем пластинками. В чистые стерилизованные банки укладываем овощи рядами или как вам нравится. Можно просто овощи порезать помельче, перемешать и разложить по банкам. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. Укладываем овощи плотно. Вот такие баночки у меня получились. Теперь в каждую банку кладем перец горошком. Соль, сахар, растительное масло и уксус. Точный рецепт вы найдете в конце видео и в описании. Теперь в каждую банку наливаем крутой кипяток. Накрываем банки стерилизованными крышками. Ставим банки в кастрюлю с водой и стерилизуем 20 минут. Горячие банки закрываем крышками, переворачиваем и укутываем полотенцем или теплым пледом. Оставляем так до полного остывания. Зимой открываем баночку, наслаждаемся и вспоминаем лето. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием!